Здравствуйте! В этом видео мы рассмотрим, как вставить пик в музыку для художественной гимнастики без установки каких-либо специальных аудиопрограмм. Сделаем это в режиме онлайн и совершенно бесплатно. Для этого заходим на сайт silukovsound.com, в разделе «Услуги» выбираем «Вставить пик». Чтобы воспользоваться этой услугой, нам нужно будет пройти не очень простую регистрацию на сайте и заполнить все поля, но это того стоит. Более подробное видео по регистрации на сайте вы можете посмотреть по ссылке в описании к этому видео. После регистрации заходим на сайт, используя свой логин и пароль. И перед нами открывается вот такая форма. Здесь мы выбираем свой аудиофайл, в который нужно вставить пик. Файл должен быть в формате WAV или MP3. Далее выбираем тип звукового сигнала, его можно прослушать и подобрать подходящий. Я выбираю первый стандартный вариант. Далее указываем итоговый формат файла. Чаще всего нужно выбирать MP3, так как этот формат наиболее распространенный. Если же вы планируете записывать музыку на диск, то я рекомендую выбрать WAV. В моем случае я планирую записывать музыку на флешку, поэтому я выбираю MP3. Тем более, что программа создаст MP3 файл в максимальном качестве – 320 кбит в секунду. Нажимаем «Вставить пик», ожидаем некоторое время, и вот и все. Наш файл с добавленным пиком в начале музыки готов. Проверяем, нажав на воспроизведение. Все отлично, скачиваем файл. Данная услуга бесплатна, поэтому нам будет очень приятно, если вы напишете комментарий в форме ниже и поделитесь ссылкой со своими друзьями-гимнастами на данный сервис. На этом пока все. Удачных выступлений!